Мокрый снег, дождь и порывистый ветер. Вот такой неутешительный прогноз дают синоптики на все праздничные выходные. Завтра, в День Победы, воздух прогреется всего до плюс 8 градусов. А ночью и вовсе ожидаются заморозки до минус 2. Слегка потеплеет только в субботу. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Осадки прекратятся, правда, только на один день. Затем погода снова испортится. Дождливо и прохладно будет и в начале следующей недели. В южных районах пройдут дожди. Местами в горах с мокрым снегом. Преобладающая температура воздуха в ночные часы по центральным районам составит от плюс 3 до минус 2, по северу местами до минус 10, днем плюс 5, плюс 10. В южных районах в ночные часы температура будет от 0 до минус 5, в горах до минус 10, днем плюс 10, плюс 15, в горах плюс 5, плюс 10.